Итак, друзья, силовая тренировка спины. Эта неделя у меня силовая. Позавчера я тренировал грудь и бицепсы в силовом режиме. Сегодня же я тренирую спину и трицепсы. Опять же в силовом режиме. Но сейчас я вам покажу именно спину. Объем будет довольно-таки объемный. Веса я буду брать, ну, для себя, можно сказать, предельные. В силовом варианте это максимум 8 повторений и минимум 5 повторений. Сегодня я буду использовать 4 упражнения по 4 подхода. Объем, то есть, довольно-таки большой для меня. Обычно я использую меньше подходов и меньше упражнений. Но так как я на этой неделе ем углеводов малость побольше, энергии во мне побольше, тренируюсь я, опять же, меньше, то есть это всего 3 тренировки в неделю. И потому я решил побаловать себя таким вот тренировочным объемом. Короче, ребят, я уже размялся. Начинаю тренировку с подтягиванием с дополнительным весом, но использовать буду обратный хват. Итак, ребят, отдых между упражнениями минут 5, может быть 7, я по часам смотрю по самочувствию и перехожу ко второму упражнению для спины. Это уже будет тяга штанги в наклоне, опять же в силовом варианте, не больше 8 повторений, но и не меньше 5. Буду стараться следить за техникой, потому что я тренирую все-таки широчайшие мышцы спины, не ноги, не бицепсы, не плечи, а именно спину. Буду стараться выполнять в максимально широкой амплитуде, растягивать мышцу и ее сокращать. И с каждым подходом добавлять рабочий вес. Короче, немножечко отдыхаю и приступаю.
Итак, ребят, отдыхаю минут 5-7 и перехожу к третьему упражнению. Это будут поочередные тяги гантелей. Но вес я менять в этом упражнении уже не буду. Буду работать с одним весом. Я уже примерно примерился, какой вес возьму. Это будет 26 килограмм. Мне этого хватит. Мышца уже у меня спины малость подубита. Поэтому этого веса мне хватит. По-прежнему буду стараться работать технично, соблюдать широкую амплитуду и повторение на 8-6. Итак, друзья, приступаю к заключительному четвертому упражнению. Это будет становая тяга, но в урезанной амплитуде. Это, пожалуй, единственное упражнение, которое я периодически делаю для тренировки спины, именно низа спины, именно в урезанной амплитуде. Не полная классическая становая тяга, да, где мы делаем подсед как бы и с этой штангой встаем. А в данном случае я буду работать примерно в середине амплитуды. Опускать штангу буду чуть ниже колен и полностью вверху спину не буду включать. То есть такая вот амплитуда позволяет как раз направить нагрузку именно на нижнюю часть спины, в меньшей степени вовлекая в работу ноги. Ноги я сейчас не тренирую. Мне не нужна становая тяга, где вовлекаются в работу ноги. Тренирую сегодня спину. Короче, отдыхаю минут 5 и приступаю к становой. Тоже будет такой околосиловой вариант. Повторение на 8-6. Рабочие веса буду добавлять. Буду стараться работать технично, конечно же. Веса, понятное дело, относительно небольшие. В общем, погнали.
Итак, друзья, такая вот тренировочка, довольно объемная. В таком объеме я работаю крайне редко. Для меня это объем, ну, достаточно такой внушительный, большой объем. То есть 16 подходов, там 15-16 подходов в тренировке, это для меня много. Обычно это подходов 10, максимум 12. Но, как я и вначале сказал, эта неделя у меня более калорийная. Три тренировки в неделю, то есть завтра у меня полноценный отдых. Буду практически лежать пластом и поглощать пищу. Друзья, а на этом все. Я надеюсь, видео было для кого-то из вас полезным. С вами был Романов Даниил. Всем удачи, спортивного долголетия и до скорой встречи. Пока, друзья.